Этот компьютер у многих людей возникает в памяти сразу после упоминания названия компании Apple. Macintosh, впоследствии сокращенный до Mac, стал первым коммерчески успешным компьютером с графическим интерфейсом. Задуманная как средство борьбы с гегемонией IBM, эта машина, подобно молоту, брошенному спортсменкой в ее рекламе, пробила брешь в традиционном понимании того, каким должен быть персональный компьютер. Представив в январе 1984 года Macintosh, компания Apple навсегда изменила компьютерную индустрию и, возможно, историю человечества. Ненавистники Стива Джобса наверняка сочтут это заявление слишком смелым, но не для них мы снимаем свои фильмы. Готовясь к выводу на рынок компьютера Лиза, руководство Apple так трепетно относилось к своему детищу, что, желая подстраховаться, даже отстранило от процесса реализации проекта его главного инициатора – Стива Джобса. Дерзкий и непредсказуемый Джобс, который настолько сильно любил эту машину, что даже назвал ее в честь своей внебрачной дочери, был очень сильно уязвлен. В результате длительных споров и перепалок было решено направить его на реализацию одного из малозначимых проектов, которым в то время руководил Джефф Раскин. Проект назывался Macintosh в честь популярного сорта яблок. Переехав в отдельное помещение за пределами кампуса Apple и водрузив на крыше здания флаг «Веселый Роджер», Джобс собрал группу отщепенцев, которая под его началом должна была доказать менеджменту компании, что Стив действительно способен создать нечто поистине эпохальное. Первоначально, помимо Джобса и Раскина, состав команды Macintosh был таким: Билл Аткинсон, Баррел Смит, Бет Трибл, Джордж Кроу, Крис Эспиноза, Джоанна Хоффман, Сьюзан Кейр, Энди Херцфилд, Майк Мюррей и другие. С самого начала видение Macintosh у Джобса было следующим – создать компьютер с графическим интерфейсом, который, в отличие от Лиза, был бы доступен по цене не только обладателям крупных состояний. Еще одна принципиальная особенность Macintosh состояла в том, что он, вопреки чаяниям Стива Возника, был совершенно не рассчитан на компьютерных энтузиастов. Мало того, что в нем имелось минимальное количество расширительных слотов, его корпус также закрывался с помощью нестандартных болтов, откручивать которые можно было только с использованием специальных инструментов. Джобс и сам не скрывал, что машина была в первую очередь рассчитана на широкую аудиторию, которой копаться в корпусе компьютера было попросту незачем. Главной особенностью команды Mac являлось то, что в нее входили не только технологические гики, но и творческие личности с безупречным вкусом. Философия, состоявшая в том, чтобы поженить технологии с гуманитарными науками, сформировалась уже тогда. Именно поэтому куда интереснее рассказывать о том, что Macintosh мог делать, а не его технических характеристиках. Однако и этого момента мы обязательно коснемся. Дух творчества пропитал весь процесс создания Macintosh, от разработки в лаборатории до производства на специально встроенном заводе. Побывав с экскурсией на японских сборочных предприятиях, Джобс был поражен царившей там дисциплине. Создавая производственный завод Macintosh, он настаивал на том, чтобы буквально все там было выкрашено в безупречно белый цвет, а пол был таким чистым, чтобы с него можно было есть. Джобс упорно требовал того, чтобы машина выглядела максимально дружелюбно по отношению к пользователю. В результате получилось так, что компьютер стал напоминать человеческое лицо. Благодаря тому, что дисковод был вмонтирован под экраном, устройство стало выше и уже большинства других компьютеров и походило на голову человека. Однако приятное ощущение вызывал не только внешний вид самого компьютера. Включая его, пользователь немедленно был готов работать. В отличие от привычных компьютеров с командной строкой, Macintosh предлагал понятный и интуитивный графический интерфейс. Все управляется с помощью передвижения курсора мыши. Сегодня так работают все компьютеры, однако в середине 80-х это выглядело как технология, прилетевшая с другой планеты. Первоначальный Mac обладал объемом памяти 128 килобайт. Производственный цикл этого поколения машины оказался очень коротким, поскольку довольно скоро выяснилось, что 128 килобайт оперативной памяти для работы такой ресурсоемкой системы просто недостаточно. Стоит отметить, что в начале 80-х другие компьютеры работали на 128 килобайтах. Просто замечательно. Многие машины, такие как IBM PC 1981 года, и вовсе поставлялись с объемом памяти 64 килобайта, которых большинству пользователей хватало за глаза. В 1984 году встроенный дисковод на 400 килобайт был настоящим техническим прорывом. Да к тому же стал первым дисководом на массовом рынке, поддерживающим 3,5-дюймовые дискеты. Однако даже его едва хватало для выполнения задач в рамках работы сложной операционной системы Mac, основанной на графическом пользовательском интерфейсе. Хотя для большинства компьютеров того времени 400 кГ считались непозволительной роскошью, в случае Macintosh это была тяжелая необходимость. Было очевидно, что компьютеру не помешала бы опция в виде внешнего дисковода, которая добавила бы ему еще 400 кГ файловой памяти. Связано это было с тем, что первое поколение Mac страдало от недостатка дискового пространства по причине отсутствия жесткого диска как такового, и это вызывало много неудобств. Например, такие простые приложения, как MacWrite и MacDraw, должны были присутствовать на диске, который также использовался как главный системный диск. К
Кроме того, если на дискете не было достаточно места для копирования на нее какого-либо крупного файла, приходилось переставлять дискеты. При этом более мощные приложения для Mac, которые вышли несколько лет спустя после появления Macintosh, были слишком большими, чтобы уместиться на одной дискете с операционной системой. Поэтому для загрузки приложения пользователь должен был вытащить системный диск и вставить диск с программой. Но на этом муки не заканчивались. В процессе загрузки приложения обычно требовалось извлекать диск с программой и вставлять диск с операционной системой, чтобы загрузить порцию ОС, которая необходима для выполнения процесса загрузки приложения. Таким образом, для запуска одной программы иногда требовалось несколько раз переставлять дискеты. Поэтому, если пользователю требовалось записать какую-либо информацию, то ему приходилось почувствовать себя в роли теннисиста, постоянно двигать рукой, словно взмахивая ракеткой, и все это ради того, чтобы поменять дискеты. В конце концов, у владельца Mac из-за чрезмерной нагрузки руки могло развиться воспаление, так называемый теннисный локоть. Первое публичное упоминание о Macintosh состоялось в январе 1983 года, когда на собрании специалистов по продажам Apple в Майами Джобс выступил с эмоциональной речью, которая рассказала о том, какое место в истории должен занять Macintosh. В этом историческом выступлении он без стеснения заявил, что рассматривает Mac как главное орудие в борьбе с грядущей монополией IBM на рынке компьютеров. IBM хочет заполучить все, и она нацеливает свои орудия на последнее препятствие на пути к контролю над отраслью – Apple. Сможет ли Большой Синий доминировать во всей компьютерной отрасли, во всем информационном веке? Неужели Джордж Оруэлл был прав о 1984 году? Однако наиболее громкие овации в зале прозвучали, когда впервые был показан рекламный ролик Macintosh. Снятый культовым режиссером Ридли Скоттом, он рисовал мрачную картину будущего, перекликающуюся с антиутопией Джорджа Оруэлла 1984. В качестве большого брата в рекламе, разумеется, выступала компания IBM с ее скучными машинами, превращающими людей в офисных зомби. И спасти будущее могла лишь атлетка с кувалдой в руках, символизирующая энергичный и креативный дух Macintosh. Этот рекламный ролик был показан по телевидению лишь один раз – в финале Суперкубка по американскому футболу. Однако произведенный им эффект был настолько сильным, что ролики даже рассказали в выпусках новостей, а кабельные каналы безвозмездно демонстрировали его в своем эфире, как будто это никакая не реклама, а очередной музыкальный клип. 24 января 1984 года на собрании акционеров Apple состоялась официальная премьера Macintosh. Одетый в дорогой костюм и галстук-бабочку, Стив Джобс вышел на сцену и провел элегантную презентацию нового компьютера. Под восторженные вздохи аудитории он позволил компьютеру самостоятельно рассказать о себе. Hello, I am Macintosh. It sure is great to get out of that bag. Овации продолжались 5 минут, а Джобс ехидно улыбался и понимал – это успех. Однако, после того, как Macintosh поступил в продажу, скрылось множество недостатков, которые несколько испортили первоначальное впечатление. Помимо упомянутых проблем с малым объемом памяти, существовало еще одно препятствие на пути к безоговорочному успеху – слишком скудное количество программного обеспечения, доступного для Macintosh. Я признаю, что этот компьютер был не совсем полноценным, приложений было недостаточно. А как можно что-то сделать с таким количеством программ? Кстати, в сфере программного обеспечения Apple ожидала еще одна серьезная неприятность. Билл Гейтс, глава корпорации Microsoft, которая помогала создавать операционную систему для Macintosh, вскоре после запуска компьютера на рынок заявил о релизе собственной программной платформы Windows. Самым досадным для Стива Джобса было то, что она до неприличия походила на операционную систему Mac, из-за чего Стив чувствовал себя преданным и обкраденным. К 1989 году многие эксперты индустрии не советовали покупателям инвестировать в первое поколение Macintosh. К этому времени Apple успела наводнить рынок впечатляющими и экономичными альтернативами, вроде Macintosh Plus и Macintosh SE, которые обладали более совершенными техническими характеристиками компьютеров первого поколения и при этом стоили дешевле. Однако, если принять во внимание тот вакуум, в котором создавались первые Mac, то можно заключить, что их появление стало настоящей революцией. Они помогли Apple создать платформу Macintosh, которая стала, пожалуй, самой долгоживущей в истории домашних компьютеров. В 21 веке Mac радикально преобразился и получил множество интересных и необычных воплощений, о каждом из которых нам еще предстоит рассказать. Mac, пришедшие на смену первому поколению линейки, задали темп развития для Apple и для всей компьютерной отрасли на ближайшие годы. До самого момента появления iMac в 1998 году развитие компьютеров Macintosh носило пошаговый характер. Процессоры модернизировались, операционная система усовершенствовалась, а дисковое пространство и оперативная память увеличивались. Однако, когда в 1997 году Джобс вернулся на свой пост, он в свойственной ему манере начал радикально менять не только компанию, но и платформу Macintosh. Тем не менее, весь этот процесс поэтапного развития был бы невозможен, если бы первый Macintosh не задал правильного направления. Он имел цели и задачи, которые были нереализуемы с помощью аппаратных средств того времени. Однако именно он сформулировал для Apple те мечты, которые компания реализовала после того, как первые Mac были сняты с производства.
Мало кому известно, что после того, как разработка первого Макинтоша была завершена, Стив Джобс собрал свою команду и со словами «Настоящий художник всегда подписывает свои работы», вручил им маркеры и развернул большой лист ватмана. Каждый член команды оставил на бумаге свою подпись, а затем эти автографы были выгравированы внутри корпуса каждого Макинтоша из первой партии.